Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер один на странице 100 учебника математики для второго класса автора Дорофеева. Вычисли. Вычислить – это значит решить примеры. Каждому из этих примеров на умножение составь по два примера на деление. Итак, 1 умножить на 6. Это получается 6. 6 разделить на 1 равно 6, а 6 разделить на 6 равно 1. 2 умножить на 6 равно 12. 12 разделить на 2 равно 6. 12 разделить на 6 равно 2. 3 умножить на 6 равно 18. 18 разделить на 3 равно 6. 18 разделить на 6 равно 3. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.